Скажи мне, пожалуйста, я вот с Фридлином беседовал здесь, в этой студии, я понял, что все вот эти ваши разборки со встречными исками, это на самом деле какая-то у вас договоренность, мне кажется, коварная. Ну, не договоренность, ну, конечно, в этом есть какая-то определенная доля пиара, ну, безусловно. Люди по-разному ведь понимают слово пиар. Да. Одно дело пиар для того, чтобы сделать артиста популярным. Дело в том, что ведь в советское время была возможность артисту быть известным, потому что на это был направлен весь механизм. Союз писателей, союз кинематографистов, союз литераторов, союз пропаганды актеров, ну, артистов. Ну, о чем ты говоришь, когда были вещи, которые совершенно, как вот мы с тобой говорим, не пиарились. Группа «Интеграл». Да, она, конечно, была популярна без всяких, да, союзов. И это поразительно, что нас никуда не пускали, но залы были всегда переполнены. Вот работали 20-25 концертов в городе, и все битковые аншлаги. Ну, собственно говоря, это, я так полагаю, все-таки это, как обычно, слава идет впереди. Угу. За счет того, что мы играли музыку, которая была запрещена в стране. А тогда ведь в щелочку вообще заглянуть всегда интересно, да? Ну, да? Что там? Ведь никто не видит, а ты видишь. И это единственная рок-группа в Советском Союзе, гастролирующая. «Интеграл»? Конечно, конечно. Ага. Как единственное? Ну, не было вообще. Ну, тогда были вокально-инструментальные ансамбли, и все. Ага. А у нас все там дым, взрывы, рок, свет, необычный стереофонический звук, 42 микрофона на сцене, три ударные установки, лысый клавишник, да, Игорь Сандлер, да, метался по сцене стробоскоп, и этого ничего не было. Выходили парни в... все в одинаковых пиджаках, одинаковый орнамент. Ну, это я помню все, да. Вот это вот, все. Посмотри, Виа, помнишь? Виа. Ну да, да, помню. Вот. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».